В настоящее время уборкой парков и скверов кто занимается? Занимается коммерческая структура, это те, кто занимались в прошлом году, это спецтехачинск, если мне не изменяет память. То есть они работают с 1 января, то есть также занимаются тем, что убирают мусор. А они к работе приступили на основании чего? Муниципального контракта, то есть в конце года мы заключили муниципальный контракт с ними. А аукцион был проведен? Нет, то есть нам закон позволяет без проведения аукциона там до определенной суммы заключать прямой договор. И на какой срок заключен договор? Ну, пока на январь месяц, то есть в дальнейшем, как бы, скорее всего, мы до 1 марта будем продлевать его. А почему конкретно снова был заключен договор с этой фирмой? Ну, потому что эта организация как бы работала, она в принципе, как бы, ну, на мой взгляд, не очень плохо работала. После Нового года, да, то есть как бы они приступили к работам, то есть половина парков они умудрились очистить до брусчатки. То есть урны всегда были чистые, где лежали лавочки, почищены, где можно было сидеть. То есть где могли провести ремонт, они ремонтировали. Если есть где-то доступ к малым архитектурным формам, да, то есть как бы задача ставилась, да, прочищайте там. Но лопатить снег просто потому, что его лопатить, ну, не знаю. В январе сколько раз должна быть проведена уборка в скверах, парках? Уборка опять-таки чего? То есть задача стоит о том, чтобы урны всегда были чистые и все пешеходные тропы, ну не тропы, а пешеходные транзиты, да, маршруты, они были чистые, чтобы по ним могли проходить люди. То есть говорить о том, что сегодня снег пойдет, а, ну, поставить задачу, там, три раза ты должен, ну, к примеру, да, там, три раза за месяц должен почистить, а снег будет идти пять раз. То есть он два раза чистит, а два раза не будет, ну, так же не бывает. То есть он должен прочистить, и основные маршруты должны быть прочищены. Если в летний период мы можем сказать, да, то есть, когда снега нет, да, то есть мы должны, можем определить, что вы должны там подметать, там, ну, грубо говоря, там, два раза в неделю, чтобы случайно мусор убрать, там, ну, именно смести, тогда можем.